чем пахнет сауна. Теплой древесины, которая имеет ни с чем не сравнимый ненавязчивый запах, и во время процедуры он становится почти незаметен. А между тем аромат в сауне и фитобочке важен как нигде. Пар, обогащенный эфирными маслами, оказывает поистине магическое воздействие на организм человека. Самый простой, быстрый, эффективный и безопасный способ ароматизировать сауну или фитобочку – купить ароматизатор «Тайга». В состав ароматизатора для фитобочки из сауны «Тайга» входят исключительно натуральные компоненты – вода, эфирное масло пихты, эфирное масло сосны, эфирное масло можжевельника. Таким образом, вы можете быть уверены в его натуральности и не подвергать риску свое здоровье. Пихта способствует улучшению состояния кожи, лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, снятию воспалений и отеков, так и в качестве ингалятора. Под воздействием пары из пихтовых веток выделяется эфирное масло, которое является настоящим кладезем полезных веществ. Оно оказывает благотворное влияние на нервную систему, омолаживает весь организм и хорошо расслабляет мышцы. Также не следует забывать и об антивирусных свойствах пихты. Сауна, наполненная пихтовым ароматом, станет надежным барьером для вирусов. Эфирное масло сосны – одно из самых популярных средств ароматизации и оздоровления воздуха. Благодаря бактерицидным свойствам его добавляют в моющие средства для борьбы с вирусами и бактериями, а для нейтрализации инфекции в воздухе им ароматизируют помещения. Можжевеловое масло обладает обезболивающим, согревающим, очищающим и бодрящим эффектом. Также не стоит забывать про его мощные антисептические и противовоспалительные свойства. Его назначают при лечении неврозов и тревожных состояний. Ароматизатор «Тайга» – это исключительно запах хвои, самый безопасный и полезный для российского жителя. Немаловажным фактором является то, что аромат в сауне или фитобочке должен совмещаться с запахом кедровой древесины, из которой произведены изделия. Ароматизатор не должен перебивать деликатный аромат кедра, а что может быть более подходящим, чем аромат пихны, сосны и можжевельника? Объединение полезных свойств трех хвойных растений и использование их в условиях сауны и фитобочки не оставит ни малейшего шанса вирусам, бактериям, усталости и плохому настроению. Качественно оздоровить весь организм придаст сил и энергии.